Амаль 27,5 тысяч жыхароў Гомельскай вобласці займаюцца прадпрымальніцкай дзейнасцю. За мінулы год іх колькасць павялічылася амаль на 630 чалавек. Аб гэтым сёння паведаміў журналістам начальнік інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь па Гомельскай вобласці Владзімір Дзявойна. Практычна палова прадпрымальнікаў карыстаюцца спрошчанай сістэмай падаткаабкладання. Каля 45% адзіным падаткам. Крыху больш як 6% прымяняюць агульнаўстаноўленую систему податкаабкладання. Причем с 1 студеня, с момента уступления в силу новой редакции податкового кодексу, предприниматели-плательщики одного податку могут самостоятельно выбрать податковый режим. А кроме того, зараз для их поширены перелик объектов для применения одного податку. Индивидуальные предприниматели в своей деятельности ведут очень простой учет. Единщики ведут учет выручки, ведут учет поступивших товаров из стран Евразийского экономического пространства для уплаты налога на добавленную стоимость, ведут учет начисленной заработной платы по привлекаемым наемным работникам. Вот эти три вида учета и не больше. По видах деятельности больше як треть индивидуальных предпринимальников региона занимаются розничным гандлем. На другим месте – оказание транспортных послуг. Прикладно по 4% оптовый гандль и сдача нерухомости у наем.